В Брестском областном родильном доме, несмотря на пору года и время суток, ежедневно появляются новорожденные. Для каждой матери с этого момента мир безвозвратно меняется, наполняясь особенной любовью. Оба родителя обретают новый смысл жизни и в то же время становятся ответственными за маленького человека. Уже в текущем году семьи брещан стали счастливее на 692 мальчика и 639 девочек. Но сегодня в отделе ЗАГС Брестского горисполкома особенное и редкое для нашего города события. В торжественной обстановке впервые за два последних года здесь проводят регистрацию тройни. Это большой праздник, и мы искренне поздравляем вас и хотим в торжественной обстановке вручить вам свидетельство о рождении ваших детей. Белорусско-турецкой семье Сайбир повезло. Первенцы и сразу три мальчика. Двойное гражданство и две таких непохожих родины. Всем дали красивые, звучные турецкие имена. Кемаль, Эмир и Эмин. Пока мама Вероника получает свидетельство о рождении, сыновья остались под присмотром отца, который вместе с бабушкой все время на подхвате. Мы, конечно, были в шоке, как-то это все так неожиданно, но мы как-то сразу это приняли, что ну трое, значит так надо, раз нам дано, значит как бы так должно быть, значит мы справимся. Мне изначально врачи говорили, что будет сложно, то что будет и токсикоз, и все признаки беременности будут, может сказать, в тройном как бы размере. Ну, не знаю, мне, наверное, повезло. У меня не было ни токсикоза, никаких сложностей. У меня не было одного ребенка. Я не знаю, как с одним. Мне дали сразу три, и я как-то приспосабливаюсь. И вот как-то, ну, вплоть до того, что вот, когда лежала в больнице, держишь одного в руках, двое плачут, там кроватки на колесиках, и берешь двумя руками просто, укачиваешь сразу двоих и третьего на руках. Мы хотим пожелать нашей семье, папе и маме, счастья, благополучия, крепкого-крепкого здоровья, ибо как не романтична любовь, как она не сильна и прекрасна, величие и красоту супружеству придают именно дети. На их жизненном пути будут радости, огорчения, бессонные ночи, солнечные дни счастья, когда их детки сделают первые шаги, произнесут первые слова, вступят в самостоятельную жизнь. И я хочу пожелать, чтобы всегда родители были рядом со своими детками и прививали им только самое доброе, чуткое и благородное. В этом году в Бресте уже зарегистрировано также 11 двойняшек. У 15 семей родился 5-й по счету ребенок, у 11 – 6-й. И каждый ребенок вносит в жизнь счастливых родителей свою частичку тепла и гармонии. Ведь, как известно, счастья много не бывает.